Здрасте. Давай еще, еще бросай. Вот, бери, 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 держи, держи. Давай, 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 давай. Да, в них. Сегодня к вам в гости приехали хоккеисты, автомобилисты из Екатеринбурга. Дарий Попов, Владимир Сахацкий и в роли Деда Мороза Андрей Макаров. Благодарим тебя. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Валя! А с каких лет ты занимаешься? С шести. С шести, да. А ты с пяти, да, занимаешься? Да? Да. Нравится? Ну давайте хорошо тренируйтесь. А ты любишь хоккей? Конечно! Я желаю счастья побольше, чтобы они хорошо забили голы. Ну конечно, когда каждая играет, я все время смотрю, и шарфик дома есть, и шапка есть, и штаны есть, всегда ношу дома. Я желаю хоккеистам Новый год побольше завоевать побед без проигрышей, пройти финал. Будьте всегда крепкими и сильными, никогда не сдавайтесь у себя на пути. Наши жены проявили инициативу, и все там поучаствовали, все ребята поддержали. И совместно с клубом вот получилось так удачно, собрали и подарки, и деньги. И, в общем, девчонки долго очень там занимались этими сами вопросами. Сами собирали, да. Все. Долго очень занимались, и хорошо, что все получилось. Вообще ребята очень артистичные, мне понравился концерт. Кто играет на музыкальных инструментах, кто танцует, девчонки, парни, они очень-очень молодцы. И мне кажется, что им в будущем надо попадать на какую-нибудь большую сцену, потому что они реально артисты. Вау!